Утро раннее, раннее. По небу летят грачи. Много грачей. Вот я утром вышел только что на улицу. Пройти, посмотреть. Трасса обильная. Это у меня балерина стоит. Гляжу, кто-то прошел тут. Уже почти расцветало. Вот, посмотри, что тут кто делает. А, ворота открыты. Это у нас парник называют. Или по-другому теплица. Я вижу, кто-то прошел тут. Помидоры тут. Кто тут в теплице-то? О, Виталий, доброе утро. Доброе утро. Вот, Виталий, чем бы ты занимался в это время дома? Спал бы еще. А, спал бы. Ну вот видишь, у тебя изменения хорошие, в хорошую сторону. Встаешь 4:40, встаешь нормально, не это? Нормально. Нормально, не трудно. Нет. Вот видишь, и все, до завтрака все работают. Сергей занимается с собаками, я занимаюсь интернетом, я в 3 часа где-то встал. Ну и сейчас уже к 7 дело подходит. Ну, а как бы это? Почти 4 часа у меня сейчас уходит на интернет. Так бы, конечно, я в интернете тоже сидел бы. Ну так ты-то просто сидишь. Нет, а у меня-то работа, я ставлю. Я работал бы, Игнатий. Отвечаю на вопросы, это не просто так. Ну вот так. Предпринимателям бы помогал. А? Так бы предпринимателям помогал. Ну да. Вот отсюда я иду. О, что у нас тут? Луна. Луна идет как, на убыль или на прибыль? Как ты думаешь? На убыль. На убыль. С, буква С старая. Кошки бегают, ищут у меня поесть. А, ты воду носишь? Ну да. У тебя сапоги-то хорошо высокие, а у меня коротенькие. Какие-то сапоги, дырявые у меня, нога мокрая уже. Вода-то сильно остыла? Ну, лучше. Ну да, понятно. Получше. Проверять эти мордушки я буду, когда солнце взойдет. В это время что-то есть. А вчера пошел утром-то ничего и нету. Угу. Это сколько ведер надо унести тебе? Наверное, всю бочку вытащить надо. А сколько? Всю бочку, Игнатий. Бочка, ну. Я не считал, я первый раз, я все время там поливал. Ну ведер-то, наверное, 8 унесешь. Больше. 10. Даже 10. Конечно. Банки ваши тут. И там тоже. Там 2 парника. Там 2, да. Вот уж тебя работа. Ты, у тебя аппетит утром хороший. Ну да. Ну все, слава богу, хорошие везде известия идут. Это ты не ответила вчера, которая. Ответила. Ой, она. Фу-фу-фу. Че она? Она. Без Игнатия Тихоновича и шагу сделать не можешь. Фу-фу-фу, ты не мужчина там, ну всякое такое. Ну да, да, да. Не мужчина, значит. Когда ей отпор дали, значит, это уже не мужчина. А мужчина, когда бы ты на поводу у ней пошел. Ну можно зачитать там она. Она, ты еще думаешь, о твоей душе заботится? Что ты работаешь, а как? Человек призван работать. Не есть хлеб даром, как Павел говорит. Видишь, вот у Виталия хорошее изменение, просто... Заметно. Я бы там спал сейчас. Ну и сравни. Работает. А мы вот сейчас помидоры 3 у нас в теплице. Володя тут это все занящит. Я бегал, кое-как все собрал. Собрал, это уже в город больным отправили. По милости Божьей. Моего-то тут ничего нету. Вот дальше далеко видно там это. Вот это вот соединено с этими деревьями. Вон там, которые пониже деревья, это бывший православный детский лагерь, который стал музеем, на который покушаются недруги разрушить, уничтожить. Ну, просто варвары. Варвары. Безбожники. Ну, уничтожишь дальше что? Там будет развалины, там навозная куча, там еще не 9 соток. Это столбы, как мы ставили. Представь, все это своими руками. Павел, мой брат, это провода, там это лезли на столбы. Когда дети были. 45 лет я вел лагерь. И ненавидят просто кто. И кто это? Люди, облеченные властью. Осколки коммунизма. Озлобленные до того. И ничего нельзя сделать. Никак нельзя. Пока Бог их полностью всех не вразумит. Только молишься, чтобы Господь не отнял у них жизнь.
до времени, пока обратятся. Вот летают ласточки. Вот раннее утро и уже летают. Ой, видать, где. А что они летают-то? Да гнездо у них есть. Я сейчас покажу, где гнездо. А гнездо не где-то, а прямо в предбаннике. В бане было, так не получилось у них. Яйца спеклись. А это в предбаннике. Сейчас я постараюсь, может быть, свет дать, чтобы видно было. Это вот баня. У нас баня. Вот. Ну, сейчас я посмотрю. Сумею, нет, свет дать. Володя как-то дает. Ну, вот вроде бы свет даже появился. Сейчас я постараюсь показать. Здесь на стенку полезу повыше, чтобы показать. Ага, вот смотрите, если только видно будет гнездо, и в гнезде вот они сидят, щелищата, ласточата, желторотики. Как они там помещаются, не знаю. А, вон они где. Вот это вот черненькие, которые, видны клювы. Вот это же желтенькие, это клювы. Ага, это я на скамейку вот это вот встал. Это у нас РТИ давали такие вот. Очень хорошие под ноги. Вот я вот в предбаннике сегодня. 29-е. Вот она как заходишь в предбанник. И видать. Вот вверху ласточки тут летали. Я взял, прибил брусок и на брусок дощечку. И вот они тут и вывели. Сидят. Поздновато. Остальные уже взрослые. А это вот предбанник. Топишь печку. Вот тут скамейки тут разные. Я тут вытащил все виходки. Люблю, чтобы в бане было чисто. Ну и вот. Зайти здесь, а то вот пол мы скрываем каждый раз три доски, чтобы проветрило. Ну, а это банное имущество, понятно. Там отдушина, ее видать. Вот. Здесь железные такие, рифленые железо стоит, чтобы стена не загорелась. И бак. Бак, вода. Все там как надо. Труба идет, нагревается, камни. Попариться можно. Самые стенки поставил просто. Вот здесь жил Андрей Дробот, вот в котором я живу. Домик-то. Скворечник называется. Вот тут окно. Видишь, какое окно. Ну и все это так. Обмылки разные. Вот сколько тазиков. Чистая баня. Истопите мне баньки по-белому. Поет Высоцкий. Я от белого света отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Вот так. У нас еще есть доски, черемуха рядом растет. Вот видно, что скворечники. Как все устроено. У него тут курятник был. Ну. Вот я издалека даже вижу, Виталий там щерпает. Работник нормально стал колоть, дроба, все у него пошло. Пошло. Вот такой человек будет дальше нужен всем. На зиму где-то устроиться будет работать. Я говорю, что должен по элементам, 300 тысяч задолжал. Это все дело поправимое. Вот у нас, я сижу, Виктор Николаевич Савченко тут. Он хотел к себе перенести туда. Я говорю, нет, ты купи там, оставь мне. Но он добрый человек, оставил. Вот так. Показать с утра пораньше, как здесь. Вот сколько дров у нас наготовлено. Дров, это все дрова. Там дрова у нас и здесь дрова. Почему? Работают. Работают. Поэтому тут у меня углярка. Есть. Посмотреть, что тут соседнее. Вот отсюда я вижу. Это Володин дом, где собираются. Тут в основном женщины бывают. Сейчас ждем автобус. Но батюшка один хотел автобус нанять, приехать с людьми. Вот я прохожу здесь между черемухами.
а здесь клен. А это вот рядом домик, это моя Надежда Васильевна тут живет, Сусанна моя. Ну так заглянуть. С утра пораньше поприветствовать. Ну-ка. Как она тут? Жива, здорова. Посмотреть. У нее тут свое хозяйство большое, своя теплица, душевая. Ну, то есть большой зал. Она тут живет как царица. А это тут музей-комплекс. Комплекс — это вот вторая часть, относящаяся к лагерю, к детям. Вот здесь отдельно построены большие качели, 4 тарзанки. Вот. Что-то не открывает. Одевается или еще. Встает всегда рано по свету. Я радость, никогда не приходится будить жену. Она уже на ногах. Вот здесь. Ну-ка. О, с песнопениями. Доброе утро. Оп. Вот. Открой, я посмотрю, зал там, пройти в зал хотел. Открой. Не хочет. Вид такой сонный. Законный муж стучится-то. Открой, покажись, Сусанна. Никак. Своих не пускают. Ну ладно, не будем смущать. Как она сразу закрылась. Вот утро раннее, веселое такое. Все на своем месте. Она встает рано и за не может, и маленько приляжет. А я это не одобряю. Не, если ты болезнь признал, там тебя она будет душить. Никогда. У меня удивляется, да вы хоть когда-то болеете или нет? Никогда. Ласточки высоко летают как. Вот кто не знает, какая погода будет. А кто ее знает? Вот давление. Ну, дождь от нас где-то 200 километров, 100 там. Все равно сюда уже доходят ветры. Давление бывает какое-то. А давление мы не видим. А как его увидишь? А мошка маленькая, она чувствует. Вот маленькая мошка, и она поднимается или опускается. Если низкая мошка, мы тоже ее мало видим, ну, кусает нас. А ласточки видят, и по ласточкам мы определяем. Она высоко, ласточка летает, мошек ловит, мошек. Это означает, погода сегодня должна быть хорошая, ласточки летают высоко. Это все надо знать, как муравьи тут запечатывают. Да как высоко летают. Я не знаю, тут видно будет или нет. Нет, наверное, ничего не увидишь. Ой-ой-ой, как это ласточки редко так высоко. Утро раннее, и они летают, кормят. Даже молодняк летает. Ну, а вот так узнаем по ласточкам. Давление не видим, мошка вверху нам не видно, а ласточка ее, ой-ой-ой, это они ловят их там. Вот Бог дал же, ничем не питается, ни червями, ничем. Ой. А тут у меня еще, ну-ка давай посмотрим. Ага, Паля сидит, ждет, а, Паля? Паля моя, Паля, да замечательная такая мохнашка. Ну, позевает, позевает. Это тоже, у тебя там котята, ты домой хочешь? Ну, давайте, давайте, о, забегали. Ничего нету пока, ой, ой. Буска, у ней 2 котенка там, уже глаза открылись, потом я постепенно буду показывать. Это я вот зашел сюда, что здесь, это Потеряевки, это вот запасные у меня книги, книги, видно, что это мои книги, это остатки, все, кончилось. Ну и тут пройти, тут большое богатство, здесь вот 60 человек одновременно принимаю. И тут пресс-конференции здесь идут, свадьбы, вот большие столы. Это сейчас темно, я поэтому так включил. Вот. С двух сторон.
скамейки ставятся, вот какие столы длинные, 6-метровые. Там ты с трех сторон у скворечника этого. Вот так. А вот тут доски. Доски это на скамейке. А вот это то, что подставлять на стуле. Сварено, Павел сварил. Видите как? Это все в темноте, как будто бы. Ну видно, что тут лодка лежит тут не совсем спущенная, чтобы легко было. Лягушка для нее. Вот так. Вот и какой радостный день. Виталий радует. Радует, все уж больше начинает трудиться, более подвижный, бегает. О.